Привет, YouTube, пора, как выразиться, изнасиловать себя. Как так-то? Вот так вот. Не, как-то это. Испытать себя пора. Сегодня у нас подгон от Наташи Бирюковой. Будет ссылка в описании, зайди, подпишись на ее инсту. Чтобы как-то выразить нашу с тобой признательность. Нам она во. И мы раз во. Замечательно. Лауганма соусы. И Real River Bridge соуса от Табадзяна. Даже не знаю, с какого начать. Они вот, смотри, я тебе пруфы показываю, что они все запечатаны в полиэтилене. Не вскрывались еще. Ну давай, наверное, которая вот попалась в руки, с нее и начнем. Сначала, короче, начнем. Паста Табадзян от компании Pure River Bridge. Соус на основе растительных масел. Пасты Табадзян. Состав. Короче, вот смотри, читай. Ферментированная паста из конских бобов, офигеть. Перец, чили, соль, вода, конские бобы, пшеничная мука 38%, вода, растительное масло, сахар, чеснок, соль, лук, шапот какой, я не знаю, что это такое. Энергоценность нас все это не интересует. Паста Табадзян. Паназиатская тайская ферментированная паста из соевых бобов у нас с тобою. Короче, загустители, захоронители и прочие дела, нас не это интересует. Нас с тобой интересует вкусовые качества и пуканопробивающая способность этой пасты. Возьмем наш с тобой сделанный для нас якут, вскроем. Любовь Геннадьевна тоже будет пробовать. Вдруг ты мне одному не поверишь. Это логично, логично. Не открывается. Все оторвать надо. Вот, видишь, я тебе говорил, еще не скрывалось. Макс Геракл. Понюхаем. О, пахнет очень вкусно. Видим, что это жирно весьма. Берем нашу красную сибирскую березу. Пробовать будем вот на таких, от булочки отрезанные кусочки. Насколько много сыпать, я и понятия не имею. Но так как мы любим с тобой острое, вот такую часть возьмем. Вот так вот. Вот так вот. Абсолютно. Пахнет что-то между чили и лечо. Что-то такое. Всем, кто кушает обязательно полезного птица. Ну и с Богом, как говорится. Пахнет жирно. Очень соленая. Ее не едят так. Капитан очевидность. Пошла жира. Очень жирная. Очень соленая. Из чего можно было сделать, что это не основное блюдо, разумеется, Так, ну давай я попробую. Не основное блюдо, короче. Привет, друзья. Отважимся попробовать. Попробуем. Не, ну это, нифига не острое. Такое. Но очень соленое. И жирное. Ну, острая. Я ожидал. Очень соленая. Я думал, что ад будет. Вот такая консистенция. Ну там и чеснок, и все на свете, это просто как дополнение к какому-то блюду. По остроте, сколько я не знаю, ну как наполовину чили-перец. Вот чили-перец, а это половина от него. Соус желтый фонарь. Желтый фонарь. Такая баночка, приготовленная из мякоти хайнянского перца, очищенной от плодоножки, перегородок и семян. Очень острый соус, очень острый соус, желтый фонарь. Из знаменитого хайнянского острого перца чили. Готовится из маринованного желтого перца острова Хайнянь. По шкале Сковилла этот перец оценивается в 150 тысяч единиц. Находится в оранжевой зоне. И приравнивается к перцу хабанеро. 150 тысяч сковелей, короче. Про это дело мы хоть что-то с тобой знаем. Льву привет, Филатову. А по цвету, наоборот, каша лайтовый какой-то такой, желтенький. Красивый. С тыквой, он с тыквой. С тыквой, кстати, да. Невелик бицепс эксгибициониста. Да. Не открывается. Вот он этот звук. Очень необычный запах. О, киви, о, это. Что? Чем-то фруктом каким-то понюхаем. Экзотическим пахнет. Да, не могу вспомнить. Вот такой вид имеет. Вот такая консистенция, вот такой вид. На ложке. И вот так выглядит. Много, по-моему, зацепил-то, Макс. Вот такая тема. Ну, думаю, где наша не пропадала, короче, я думаю, это нормально. 150 сковелей, дорогие друзья, смертельный номер. Ну, конечно, это не Каролина Риттер, но... Блин, чем же пахнет? Кабачком! Прокисшим, кстати. Кабачком прокисшим. С Богом! Очень соленый. Как видишь, ни молока, ни мороженого нет. Мороженое есть. Да, мороженое. Вон мороженое. Ну, это читерство. Мы этим не пользуемся. Пока я буду распробовать, сейчас Любовь Геннадьевна заглотит. Я пока это, не осознал еще. Ой. Он разгоняется. О, знаешь, на какой перец похоже? О, вкусно! На кайенский перец похоже. Вот это. Разгоняется постепенно очень. Я даже еще намажу. Но сразу щеки загорелись. О.
Очень странный привкус. С чем сравнить, не знаю. Это поистине восточный вкус какой-то. Очень необыкновенный какой-то. Очень вкусно. Ну, 150 сковелей, я бы сказал, что это вот сейчас ощущается, как разгоняется, как каенский перец. Не сразу бьет, а вот постепенно разгоняется. Язык жжет. Есть тепло на языке, на небе, на во рту. Но это не критично, я бы сказал. И вкус, но любителя, весьма специфический. Я думал сделать за два раза обзоры, но, наверное, это. Чувствую в себе силы сразу все поглотить. Это у нас уже другая компания с тобою. Space Chili Crisp. Вот такая тема. Тут уже весь чувак нарисован какой-то. Угу. Состав. На основе растительных масел острый соус с хрустящим перцем чили. Торговая марка Лао Ганман. Вот читай состав. Тропоростопыра. Соус острый с хрустящим перцем чили. Спейси чили крип. Острый чили соус можно использовать для изготовления первых-вторых блюд, а также соусов. Особенно хорошо он сочетается с мясом, а также облегчает процесс усвоения пищи. Полезность. Содержит ферменты, помогающие пищеварительной системе быстрее справляться с тяжелой пищей. Добавлять блюда из мяса, пряности и остроты кухни. Китайская кухня, японская, корейская, полинезийская, восточная. Короче, все кухни мира могут производить такую тему. Помогает пищеварению. По сковелам ничего не знаю. Если кто шарит, пишите, сколько тут чего сковели и чего это такое вообще. Это нам подгон, я тебе еще раз повторяю. От Наташи. Вот тот желтый фонарь маленько разогнался, уже поярче начал сжечь печи. Вот видишь, никто еще без тебя ничего не пробовал. Все запечатано в пленке. Кстати, вот тебе примерно на Валберес можно найти эту тему всякую. Понюхай. Ой, нифига себе. Пахнет, знаешь, чем? Шинрамен, лапша черная. Божественный запах. Шинрамен, вот эта лапша. Пахнет зажаркой. Ой, она очень сухая. Иди сюда, вот посмотри. Звук, я не знаю, слышишь, нет. Как будто жареные муравьи по шороху. О, насрал Макс уже. По сковелям не знаю ничего. Но очень жирная опять. И, по всей видимости, будет соленая опять. Это как приправа к блюдам. Первым, вторым, третьим. Капает. Пробуем. Но жирная, сладкая. Как это лук, скорее всего, жареный. И шарм такой какой-то. Я еще. Бомбическая сила, блин. Это самое вкусное, наверное. Пока огонь не начался, похаваем. Полезно надо здесь. Не переваривается. Так, мне вот сюда. Куда? Сюда. Вот. Ой, такую гору. Это много. Нормально. Суровая сибирская кухня. Лао Ганман. Это что? Вот так выглядит в макросъемке все это дело. С горчинкой, как и шинрамен, лапшичка. Очень вкусно, жирно. А, не солено. А совсем не остро. Ну, тут что могу сказать? Тут как бы перца-то я не чувствую вообще, а слово совсем. Все жирное, все хрустящее. Вкусно. Похоже, вот когда первый раз откусываешь и жуешь, похоже на жареный лук. А потом раскрываются нотки какие-то восточные всякие пряности. Очень интересно. Это просто тупо вкусно, но не остро. Этот соус у нас не прошел на остроту испытания. Тоже Лао Ганман. Black Bean Chili Sauce. Черные бобы. Вот читай. Соус на основе растительных масел из черных соевых бобов. Лао Ганман, опять же, производитель. Состав. Соевое масло. Кстати, надо его найти. Ферментированные соевые бобы. Соевые бобы сами. Вода, соль. Перец чили. Усилитель вкуса, что мы любим. И ароматизатор глютамат натрия. Но это одно и то же, вообще-то. Замещенный сахар. Ну и калории. Нам они сегодня не интересны. Известный китайский соус, один из самых наиболее вкусных соусов с перцем чили. Готовый к употреблению острый соус из черных бобов, соевых и чили является неотъемлемым компонентом многих блюд сычуанской кухни. Соус можно использовать просто, добавив его в суп, салат и горячее блюдо. Короче, можем так пить, есть и прочее его. Написано про него, что он самый вкусный. Ох, нифига себе. Вот такая беда у нас здесь. Прям ощущение, что это одно масло какое-то. Понюхаем. Пахнет соевым соусом. И чем-то вкусным очень, весьма. Надо размешать. Похоже тоже на тот хрустящий перец. Побольше возьмем, а то что-то я разочаровал сегодня в остроте совсем. Крипово выглядит очень. Смотри, черный прям. Ощущение, что он будет ультраострый. Пробуем. Очень жирно. Опять солено. Солено-сладкий. Чувствую глютамат, потому что еще охота. Но вот так выглядит все это дело. Как на остроту. Остроты, опять же, я не чувствую, в принципе. Куда она ложится? Вот сюда.
Вот либо виноградный такой горшочек в этой, как она называется, штуке? Тарталетка. В тарталетке. Ну, пробуй. Ну, короче, это, вообще не острый. Вкусный. Вкусный, весьма необычный, очень восточный соус. Соленоватый, но не острый соус совсем. Ну что, Ритмира, дорогие друзья, по остроте маленько разочаровало все это дело. Вот так сделаем красиво. Ну, вот это, кстати говоря, вот это, наверное, самое вкусное. Не, понравились хрустящие перцы и вот эта тыква, желтый фонарь. И он самый острый из всего перечисленного. Если ты любитель острова, это не для тебя, это не так остров, чтобы это могло вызывать эйфорию и прочее. Эндорфин не выделился, настроение не поднялось. Найти можно на Валбере, на Озоне, тыры-пыры-стыпыры. Лучше и не скажешь. Такие дела. Ну, не остро. Да, мне понравился более... вот этот на первом месте. Вот этот на втором месте. Ну, как основное блюдо или как основной соус его употреблять, это такое себе, короче. Это куда-то добавлять какие-то вторые блюда, там, первые-вторые блюда. Потому что соленое, во-первых, во-вторых, ну, это очень насыщенно по вкусовым своим качествам. Просто куда-то в готовое блюдо добавлять, но не остро. Так что это? Будем искать. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя с близких, здоровья всем, пока. До встречи. А мы что-нибудь съедим сейчас? А знаешь, что мы съедим? Покажи. Да. У нас тут на двоих. Маленько перекусить. Индейка. На раз там укусить. Индейка, короче. 6 килограмм всего, да? Что да? В том году у нас 8 килограмм было. Там, блин, чуть-чуть осталось еще. А сейчас тут ничего не останется. Перекусим, е-мое, что. Пару тарталеток сделаем. О, кстати, на шляпу похоже. Да ё-моё, короче, всё, пока мы будем перекусывать. Не остро, сразу говорю. Вкусно, но не остро.